Ради незабываемого чувства легкости, вдохновения и душевного подъема и стоит посетить этот весенний, по-настоящему женский вернисаж. На стенах цветы и птицы. Именно так называется экспозиция. Индивидуальная творческая манера, художественное мастерство, игра красок. Картины экспрессивные, глубокие, нежные, запоминающиеся, выразительные и изысканные. Что еще нужно дамам для эстетического удовольствия? Выставка не оставит равнодушной ни одну представительницу прекрасного пола. Так считают инициаторы экспозиции. Энергетика положительная, хорошая. Я говорю, люди всегда это чувствуют, потому что она никогда в плохом настроении, она никогда работы не делает. Только на позитиве, поэтому это ощущается и в ее работах. Они очень светлые, добрые, изящные. Настолько женственные, тонкие работы, у нее столько много деталей на каждой работе, что это можно часами разглядывать, каждую завитушку, каждое перышко. Каждое личико на этой работе. Настолько многогранна эта художница. В своих работах витеблянка Наталья Тараскина выражает восхищение произведениями природы. Художницу вдохновляют удивительные растения и птицы. Их она считает сказочно красивыми, и красота эта бесконечна. Все то, что задумано, у нее как бы такое впечатление, что сразу идет на ее или на холст, или на бумагу, или на плитку. И по технике очень интересные работы, и по содержанию. Всегда находит что-то другое. Вот я увидела эту новую экспозицию, тут как-то так графика другая, как-то немножко другая композиция. Молодец, она всегда находит что-то другое, новое. К слову, это уже третья по счету выставка художницы из Витебска в Белард. Несмотря на то, что сама автор экспозиции не смогла приехать в город над Бугом на открытие, ее присутствие чувствовалось во всем. Неповторимая аура, тематический антураж, атмосфера женственности. Все это читалось и ощущалось на 45 живописных полотнах, выполненных в самых разных стилях. Диапазон творчества автора широк. На выставке презентованы работы в разных жанрах: батик, пастель, акварель, графика.